Главное музыкальное европейское песенное событие Европы уже меньше, чем через месяц. Сегодня в этом видео я предлагаю взглянуть на первые результаты подготовки Киева к этому мероприятию. Сзади меня находится Киевский МВЦ, Международный выставочный центр. Во время проведения конкурса песни Евровидение 2017 в мае здесь будут происходить основные действия, а именно находиться сцена и с трибуна со зрителями. Во время проведения конкурса здесь одновременно сможет вмещаться более 10 тысяч зрителей. Уже сегодня, в марте, начинаются мелкие работы по улучшению зоны возле МВЦ, а именно монтаж сцены, ну а чуть позже начнется монтаж самой трибуны и пресс-центра. Предлагаю взглянуть на МВЦ более детально. Это, наверное, будет трибуна, или сцена, или пресс-центр. В общем, работы уже идут со полным ходом. Гости, которые приедут на машинах, смогут оставить свой автомобиль на парковке. Она здесь очень большая, места хватит каждому. Недостроенное здание, которое вы видите за моей спиной, обещают натянуть тканью, и его не будет видно. Неподалеку от Международного выставочного центра находится продуктовый магазин и ресторан итальянской кухни. Из-за строительства перекрыли проезжую дорогу, и теперь можно ходить по ней пешком. Как мы видим, сейчас реставрируют мост, и все это сейчас красят, белят, реставрируют и улучшают.